Ничего нажимать не надо? Ничего, она уже работает, ребята, привет, Гудоури, Грузия. Привет. Оля, Анатолий, Скай Атлантида. Марина, это не вот. Мазда красная. Мы сейчас вечером Марина, наблюдаем замечательный скорбут на закат осенний. Ну, в общем, день сегодня не описуем. Словами не сказать, камера думает, что хоть и GoPro 7 не передаст. Готова? Да. Назад. Да, недолго. Вроде удобно. А руку это назад? Назад так? Пожалуйста, кто снимает немножко камушку? Камушку. Куда вы? Куда? Там нельзя! Девочки, отходите, пожалуйста. Не разворачивайтесь, смотрите в него. Встань, пожалуйста. Оля, вперед! Все нормально, все хорошо. Оля, я не достаю. Это некогда. Все, 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 все. А руку это куда держать? Так и держать руку эту? Я тебя услышал. Как вот это? Если тебе удобно, почему нет? Уже прыгнула. Это мой первый опыт на параплане. Красота неописуемая. Горы, Грузия. Любимые люди рядом. Инструктор. Спасибо. Профессиональный, как там сказали. А ты поверил? Есть такая надежда, боже, как красиво. Шикарно. Высота старта 2300 над уровнем моря. Езды я тоже не люблю. Ни езды, ни полета. В общем, сейчас мы перелетаем. Это еще надо знать поток ветра, куда плюнуть. Понятие среднегодового посещения. А, среднегодового, да, таких понятий есть. Действительно, как часто я меняю ПО? Я меняю до 1500. Раз в год меняю. Это у вас семейный бизнес? Это все ваши роды? Ну, я понимаю, что это образ жизни. У-ху! Боже, какой классный вид! Полетели туда на вершину. Да? Да. Ну, имели, наверное, больше времени для этого. Ну, в принципе, зависит от типа полетов. Когда люди выбирают стандартные полеты, такие полеты, то я успеваю сделать больше. Потому что я же не могу без двигателя набрать высоту быстрее, чем в следующем потоке поднимаются. Хотя летаю достаточно как бы. Ну, за 20 лет я думаю, что вы уже там с потоками договорились. Да, я как бы. Когда погода позволяет, могу.
озеро возвращались. Тарочки. То есть как бы я не могу тереть одно место. Ну да, есть. Все 15 минут вон там, вот, знаешь, снизу, как тебе нормально. Да, есть некоторые, которые по кругу покатали и все, нет, хотите. Нет, это дело не в этом. Дело в том, что топливо зависит. Если вы как бы начинающие, того достаточно самим пилотом, я говорю, достаточно хорошо так. Потому что самое главное безопасность для пилота, правильно? Ну да, стараюсь, от него зависит безопасность пассажира в данном случае. Это похоже, знаешь, на что? На серфе. Тоже вот как гребень волны, ты ее ухватил, доску и держишь, не отпускаешь. Не, ну серфинг я еще не попробовала, но... Ну смысл в этом, отпустил гребешок, все, ты провалился. Ищи следующую волну, жди. Соответственно, скорость соревнования. А соревнования есть по этому виду спорта, да, или это не считается? Вот, к примеру, я вот только с Пакистана приехал. Ну там соревнования не состоялись из-за землетрясения, но, кажется, полетатель полетали, 7200 даже, высоту свой рекорд сделал. Ничего себе. Там, наверное, вообще очень холодно на 7200. 15. Сколько? 15. Ого, это надо, наверное, какая-то специальная одежда такая, да? Да, точно, лучше воздуха меньше. Высоко вылетали с ним. Все равно летать примерно. Я сам себе так меня это какая разница. Мне хочется для себя летать на одной высоте, понимаешь? А летом, наверное, вообще шикарное удовольствие летать. Внизу жарко. Летом. Ну сейчас тоже хорошо. Не, ну я не говорю, что сейчас. Зима. Зима — это когда снег у нас здесь лежит. Совсем другое. Вообще по-другому. Вообще. Но зимой же вы не летаете? И зимой вы круглый год летаете? Да, круглый год летаю. Сегодня останавливаются на ноябре.